Счастья вам! Здоровья! Чтобы было все тип-топ! Я такая же хуйня! Ну хорошо, в тачке с друзьями, что включишь? Хорошую, качественную электронную музыку. В тачке с друзьями электронную, да? Ну, я с друзьями в тачке не езжу. Почему? Ну, потому что нахер они мне там нужны. А что вы делаете, чтобы стать успешным? Ну, пока, не знаю, думаю о новой работе, думаю. А какой? Ну, я пока еще думаю. Подумали? Ну, как бы на завод уйти. Вот, видишь, как мысль пришла. Хорошо. Скажите, а как вы поняли, что у вас в квартире находится кто-то посторонний? Ну, вы знаете, у нас в семье не принято хуярить меня сзади по голове баретки. Работать надо. А у меня в башке только одно. Бухать и трахаться. Что делать-то? Примените анонизм. Офицеры в холостую не стреляют. Здравствуйте, можно у вас взять интервью? Город Онега, по поводу него. Можно? Нет. Как вас зовут? Олег Долгобородов. Олег Долгобородов. А меня? Меня не узнали? Нет. Андрей? Малахов. Малахов. Вот так вот. Встреча. Да? Не ожидали? Привет, привет. Пока-пока. В твоей руке моя нога. Другой.